Прекрасный концерт к столетию композитора Макроусова подготовили Изабелла и Юрий Мугерман, Надя Черкасова и Александр Покрашевский. Исполнил Михаил Яровой. По дорожке. Мне есть нельзя, мне пить нельзя, мне спать нельзя, ни крошки. А может, в тот момент, пока я бегу, я гулять хочу, курю эти мошки, так нет, бегу, топчу. По гаревой дорожке. Ах, винеец Сэм Брук обошел меня на круг. А еще вчера все вокруг мне говорили: Сэм друг, Сэм наш, говорили, гвинейский друг. А подающий большие надежды молодой талант Росс Унгер написал и поставил мюзикл «Железная маска». Очень повезло, они такие хорошие. Для камеры. Они, правда, они мне дали столько свободы, что я могу делать то, что я люблю. Например, они мне разрешили бросить математику и науку в школе и заняться музыкальными предметами. И это то, что я люблю, и мне это очень нравится. Понимаешь по-русски. Студия «Спутник» благодарит спонсоров, поддерживающих нашу телевизионную программу. City of Port Phillip, City of Bayside, Stonington и Glenayra, а также Victoria Multicultural Commission и Zionist Council of Victoria. Его дверь всегда для вас открыта. Большое вам спасибо. Thank you very much. It's a pleasure.
Phillip is a great attractor for visitors. It has some magnificent tourist areas and great things for people to come and visit. Having visitors is good for business, which generates good shopping centers and vibrant cafes and other facilities. Мы благодарим вас за поддержку русскоязычной общины, предоставление для наших мероприятий вашего прекрасного арт-центра. Правда, в нем надо было бы обновить рояль. Our piano. Well, I'm now aware. I wasn't aware until recently. This is a very important day for the history of multiculturalism here in Victoria. Отметил Джордж Ликакис. A number of incidents that have upset our students, that have made us look to the rest of the world that we don't care about community harmony. But today is proof that we are. Мы уже говорили, что Хастингс – это любимое место рыбаков, а значит, там есть рыба. А рыбу очень любят австралийские пеликаны. За 8-месячный период семья пеликанов съедает до 1000 килограммов рыбы. Но что-то остается и рыбакам. Посидев на берегу залива, вы можете понаблюдать за этой легендарной птицей и пообщаться с ней. Мы продолжали знакомить вас с жизнью Мельбурна и его окрестностей. Освещали светские и религиозные праздники, международные выставки, соревнования и фестивали. Сегодняшним маршем мы говорим всему миру, что мы против расизма, и все граждане, независимо от их происхождения, должны жить в гармонии вместе. Премьер Виктории Джон Брамби сказал, что Виктория приветствует людей со всего мира, являясь образцом гармоничного многонационального общества. Мы здесь видим представителей сотен разных этнических групп, и все они считают Викторию своим домом. Энтузиазм for this. This is what makes Victoria special. Парламент штата Виктории в Австралии. Как и во всем мире, здесь отмечался традиционный еврейский праздник света – Ханука. В зале Ее Величества Королевы установлена традиционная менора. К присутствующим обратился раввин Хаббат оф Мельбурн Сибиди мистер Хаим Герцог. Почетными гостями на этой церемонии были премьер штата Виктории господин Джон Брамби и лидер оппозиции мистер Тед Бейли. Оба они очень тепло и сердечно приветствовали еврейскую общественность штата Виктории. После традиционной молитвы Ребе Хаим Герцог совместно с почетными гостями зажгли две праздничные миноры в королевском зале викторианского парламента. После молитвы, прочитанной президентом Jewish Community Council Виктория господином Джоном Сон, он вместе с мэром Мельбурна зажгли самую большую минору в Южном полушарии.